Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий». С 20 мая Солнце переходит в воздушный знак Близнецы и соединяется с Юпитером. Это время наверняка запомнится многим представителям зодиакального круга, ведь оно ознаменуется исполнением желаний сразу в нескольких жизненных сферах. Юпитер особенно благополучно повлияет на личные отношения, поэтому сейчас лучше всего заключать браки и назначать помолвки. Пары, которые находятся в начале отношений, смогут выйти на новый уровень и укрепить свой союз. Но больше всего повезет близнецам. Именно представители этого созвездия могут получить выгодные предложения на работе, дополнительный финансовый доход или обзавестись верными друзьями, а также решить проблемы в личной жизни. Теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака с 20 по 26 мая. Для овнов наиболее благоприятной будет первая половина недели, поэтому с самыми важными делами постарайтесь управиться до вечера среды. Впрочем, и вторую половину недели не назовешь неудачной, просто обстоятельства уже не будут складываться в вашу пользу, и сил для достижения целей потребуется больше. И будьте сдержаннее, в воскресенье – это конфликтный день. Тельцам придется проявить смелость и решительность, чтобы защищать свои интересы в ближайшее время. Необходимо ставить на место тех, кто пытается посягнуть на ваше благополучие и счастье, и исключить их из своего круга общения. Сохраняйте спокойствие, но проявляйте настойчивость. Обратите внимание на информацию, которая поступит к вам на этой неделе. Возможно, какие-то слова или идеи из прочитанного или услышанного перевернут ваш мир с ног на голову. Астрологи прогнозируют близнецам идеальную неделю. Обещают финансовые удачи, продуктивное общение с влиятельными людьми, большой успех на выступлениях перед широкой публикой и, наконец, необычайную притягательность в глазах противоположного пола. Для раков подходящая неделя, чтобы помогать окружающим. Очень скоро ваши усилия будут вознаграждены. Если вы хотели начать нечто масштабное, принимайтесь за дела прямо утром в понедельник. Ближе к выходным станет сложно сосредоточиться, поэтому серьезные дела на это время не планируйте. Стоит побыть в кругу семьи или с близкими друзьями, чтобы восстановить силы и душевное равновесие. Львам не стоит проводить много времени дома и оставаться на одном месте, так что отправляйтесь в путешествие. Будьте готовы к приключениям и новым открытиям. Возможно, именно в пути вы найдете ответы на те вопросы, которые давно беспокоят вас, и обретете ключи к решению тех проблем, которые кажутся неразрешимыми. Девы на этой неделе могут проявить исключительную проницательность в распутывании самых сложных загадок. Есть, правда, и риск узнать нечто такое, что вам самим знать бы не очень хотелось. С точки зрения рабочих вопросов, вторая половина недели выглядит благоприятнее первой. Выходные желательно провести на природе и, по возможности, активно. Для весов достижения успеха и исполнения желаний станут возможными лишь в том случае, если вы не позволите другим ввести себя в заблуждение. Умение глубоко понимать людей и предвидеть их поступки поможет не разочароваться в них и избежать множества проблем. Для скорпионов неделя благоприятна для конструктивных разговоров, обсуждения противоречивых вопросов и долгосрочных планов. Общаться предстоит много, что вызовет некоторую суетливость. Но если вы правильно расставите приоритеты, то сумеете со всем справиться, обо всем договориться. Члены семьи могут попытаться повлиять на ваше решение. Прислушайтесь к их мнению. Вполне возможно, что оно окажется правильным. Стрельцы будут особенно обаятельными, без труда завоюют расположение окружающих и сразу поладят с новыми знакомыми. Умение находить подход к самым разным людям позволит быстро достичь многих целей.
Некоторым стрельцам вернут давний долг, но тратить полученные деньги не спешите. Для спонтанных покупок это не самый лучший период. Общение с любимым человеком будет радовать и тех, кто давно в отношениях, и у тех, чья романтическая история только начинается. Не исключено сближение с кем-то из старых приятелей или коллег по работе. Хорошая интуиция поможет козерогам легко понимать других людей, догадываться о скрытых мотивах их поступков. Однако вы не со всеми захотите делиться своим мнением. Это позволит избежать случайных разногласий. Козерогам, которые отправляются в поездку, будет сопутствовать удача, не исключены и приятные знакомства в пути. Звезды обещают водолеям, ожидайте благоприятных событий, связанных с работой или деньгами. Продвижение по карьерной лестнице, увеличение заработной платы, получение бонусов или неожиданных дорогих подарков. И еще совершайте добрые дела для привлечения удачи. Они наполнят вашу жизнь гармонией и положительной энергией. Рыбам в ближайшие дни необходимо будет принять свои желания как нечто реальное и возможное. Важно иметь ясное видение того, чего именно вы хотите, и быть готовыми впустить новые обстоятельства и новых людей в свою жизнь. Следуйте подсказкам нашего астрологического прогноза, чтобы ловко преодолеть все преграды и прийти к желанным целям. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы! We'll be right back.